Участники двух форумов в Федеральном детском центре «Смена» увлеченно смотрят мультфильмы и даже повставали с мест. О вреде наркотических средств юным гостям города-курорта рассказывают специалисты наркополиции и врач-нарколог-психолог. Наркотики – это не жалость. Наркотики убивают тысячи наших сограждан. И убивают не только непосредственно, но и через различные инфекционные заболевания. Участники всероссийского слета «Юный динамовец» и межгосударственного слета «Юных инспекторов дорожного движения» приехали отстаивать спортивную честь. Занятые подготовкой к соревнованиям и тренировками, желая стать первыми и лучшими, они с молоду берегут здоровье и ценят каждый день. Наркотики – это зло. Каждый год погибает от наркотиков до 100 тысяч человек. Это только от наркотиков, не считая алкоголя и сигарет. Попробовав один раз, это привязывается, так что начинать смысла вообще никакого не вижу. Там, заменить это только спорт, когда ты тренируешься, когда все болит, это ощущение лучше, чем от наркотиков. Но это мое личное мнение. Теперь главная ассоциация к слову «наркотик» – смерть. Персонаж мультфильма «Три креста» призывает заряжаться позитивной энергией и заниматься спортом. Ребята, в свою очередь, призвали взрослых отказаться от пагубных привычек, ведь именно с них дети берут пример.